Я приветствую вас на канале Повезушки с Танюшкой. Сегодня я записываю для вас очередной видеоотчет по совместному проекту «Краски осени 2». Пролетела у нас очередная неделька. В составе участников на этой неделе у нас никаких изменений не произошло. В нашем совместном проекте есть 6 спонсоров, которые будут одаривать по итогу совместного проекта наших победителей. А также некоторые спонсоры стараются делать сюрпризы и по прошествию определенной недели. Наши спонсоры – это Альбина Ковалева, Света Соломанова, Люда Кармишина, Мария Бурдо, Лиза Мухаева и Ира Павлова. Ссылочки на девочек, как всегда, я оставляю в инфобоксе. Переходите, знакомьтесь. Девочки также вяжут и являются участницами нашего совместного проекта. Заданием на эту неделю было вязание из пряжи синих и голубых оттенков. Многие из девочек с заданием справились, поэтому большие умнички. Первая участница – это я. Я связала за эту неделю две шапочки, детскую с ушками и мужскую двойную шапочку. Заработала звезду и два цветочка, а также получаю подарочек от Люды Кармишиной. Людочка, тебе огромное спасибо! Участница под номером 2, Светлана Соломанова, выполнила только задание, получила бонус в виде цветочка. Участница под номером 4, Лена Исачева, связала две мягких игрушки, это Буба, а также маленькую свинку. Заработала 2 звезды и 1 цветок. Участница под номером 5, Лиза Мухаева, довязала кардиган за эту неделю, связала шапочку и начала еще один процесс синим цветом. Заработала 3 сердца и 1 звезду. Участница под номером 6, Люда Кармишина, справилась с заданием, получила бонус. Оля Колешко, участница под номером 7, связала 2 игрушки, это ежик и снеговик, а также связала бактус. Заработала 2 звезды и 2 цветочка. Участница под номером 9, Людмила Красноперова, связала носочки, детский свитерок и мужской джемпер. Заработала 4 сердца. Участница под номером 11, Анна Леонова, связала 2 шапочки, заработала звезду и 2 цветочка. Участница под номером 12, Анна Новоселова, связала шапочку, варежки, довязала в рамках совместного проекта плед, связала джемпер и вот такую кофточку с V-образным вырезом. Заработала 2 сердца, 2 звезды и 2 цветочка. А также Анечка получит подарочек от нашего спонсора, от Ирины Павловой. Анечка, мы тебя поздравляем! Участница под номером 13, Татьяна Пляскина, связала палантин, бактус и игрушку кролика. Заработала сердце и 2 звезды. Участница под номером 16, Татьяна Гирилович, связала митинги, заработала 2 цветочка. Участница под номером 17, Анастасия Кривопишина, связала детский свитерок, шапочку, носочки и 2 повязки. Заработала сердце, 2 звезды и 2 цветочка. Участница под номером 18, Оля Истевич, связала джемпер, костюмчик для девочки из кофточки и юбочки и шарф. Заработала 3 сердца. Участница под номером 19, Лариса Шамраева, связала жилетку и детский свитерок. Заработала 3 сердца и 1 цветок. Участница под номером 20, Юлия Христук, связала двойные варежки, заработала звезду. Участница под номером 21, Елена Мурущак, связала джемперок и юбочку. Заработала 2 сердца и звезду. Участница под номером 22, Альбина Ковалева, довязала тунику и 2 пары носочков. Заработала 2 сердца, звезду и цветок. Людмила Марченко, участница под номером 23, связала детское платье тонкими спицами. Заработала 4 сердца и 1 цветок. Участница под номером 24, Нина Кобякова, связала носочки и манишку, заработала звезду и 2 цветочка. Участница под номером 25, Екатерина Голубцова, связала носочки, за что Кате я начислила звезду. Участница под номером 26, Ирина Павлова, связала ажурный палантин и заработала звезду. Участница под номером 27, Екатерина Блоцкая, связала шапочку и 2 резиночки, заработала звезду и цветок. Участница под номером 28, Наталья Агропонова, связала детский свитерок,
тапочки и следочки. Заработало сердце, две звезды и цветок. Участница под номером 29, Резеда Хисматова, связала детскую кофточку, а также снуд-капюшон. Заработала два сердца и одну звезду. И по итогам 6 недель мы сможем с вами посмотреть наши результаты. Все девочки умнички. В лидерах все так же остаются те же 10 девочек, которые были на прошлой неделе. И сейчас мы узнаем их имена. В лидерах у нас находится на этой неделе Лиза Мухаева с 13 сердечками. На втором месте Елена Марущак. На третьем Людмила Марченко. На четвертом Людмила Красноперова. На пятом Анна Новоселова. На шестом Оля Есевич. На седьмом Альбина Ковалева. На восьмом Светлана Соломанова. На девятом Анастасия Кривопишина. И десятое место разделили две участницы. Это Лена Исачева и Наталья Агропонова. Скорость у девочек потрясающая, работы замечательные. Не знаю, где вы, девочки, находите время на вязание. По сравнению с вами я вяжу как черепаха. Желаю вам также не сбавлять обороты и дойти до окончания совместного проекта также в числе лидеров. Все остальные участницы, не отчаиваемся, вяжем, вдохновляем друг друга, вдохновляемся от девочек, их скоростью. Наш спонсор Ирина Павлова сказала, что будет каждую неделю делать подарочки одной из участниц, поэтому стараемся каждую недельку связать что-то интересное, удивить нашего спонсора. Возможно, еще кто-то из спонсоров также захочет сделать по итогу 7 недели или последующих недель какие-то сюрпризики, поэтому давайте будем вязать, творить красоту, вдохновлять друг дружку. Ну, у меня на этом все, вот такой маленький отчетик. В следующую неделю мы с вами будем придумывать декор для вязаных изделий. Надеюсь, будет всем зрителям интересно посмотреть итоги, что придумают наши участницы. В задании можно будет использовать как пуговицы, ленты, вышивку, бусины. Я думаю, полет для творчества очень обширный и можно сделать много красивых изделий. Ну, у меня на этом все. Пишите свои впечатления по прошествию 6 недель. Может, вы уже устали немного от совместного проекта, нравится ли вам участвовать, пишите работы, каких участниц вас больше всего вдохновляют на вязание, какие работы вам больше всего понравились за 6 неделю, будет, я думаю, интересно и девочкам почитать, и мне. Все зрители моего канала могут также поделиться своими повязушками, что они навязали за эту неделю. Ну а на этом все, всем пока-пока и до новых встреч! We did it.